В Ульяновской области зафиксированы подозрения на корь у троих взрослых людей. Двое из них находятся на лечении в Центральной городской клинической больнице и один дома амбулаторно. У него такое абортивное течение, легкий случай. Подозрения на корь выявлены у двух вчера, у одного сегодня. Окончательный диагноз ставится только после вирусологического исследования крови. Кровь у них взята, и результаты мы ожидаем примерно через неделю.